Всем привет. Блин, капает. Начал пол 11, сейчас, наверное, часа 4. Выбелил все полностью опять вторым слоем. Оно еще по день не высохло. Я не знаю, видно, не видно, но оно уже такое белое. Первая плита такая белая, стенка такая белая. Только уголки, они были белые, но чуть-чуть слабо белые, потому что папушка первый слой не кинул. Я еще только что уже в конце второй слой кинул на них, они сейчас опять почернели, но они будут белые. Ну, еще кое-где не высохло, ну, примерно. Первая плита уже почти высохла, еще чуть-чуть кое-где есть места сырые. Ну, ничего, так уже нормальненько. Здесь только закончил, здесь еще все черное. Темное. Блин, мне так кажется, я эту стенку рагульно побелил. И звездка уже заканчивалась, я как бы таким жидковатеньким чуть-чуть ее выбелил. Ну, хотя я вот закончил в углу, но сейчас там самое черное. Посмотрим, может ее перекрашу, может нет. А, хотя, я думаю, сейчас побелеет аж бегом. Ну все, прикольно, бело-бело. Сейчас закроем ворота, посмотрим, как тут без света. А, в смысле, без лампочек, а с закрытыми воротами. Ну вот как получается с закрытыми воротами, с двумя окнами. Ну, конечно, темно. Темно. Свет по-любому включать придется. Да хотя, и неудивительно. Вернее, все нормально. Ну так, как в пасмурный день на улице. Да все класс. Видно там все, что на столе? Видно, без подсветки, без ничего. Все классненько. Класс. Сейчас еще чуть-чуть побелеет, будет вообще прикольно. Стены покрасятся, будет вообще класс. Гость пришел. Отвлекли. Ну все, этап побелки у меня закончен. Пусть сохнет. Теперь надо что-то решать с краской, со стенами. Водоэмульсионка. А я, блин, колер не найду такой, который я хочу. Сейчас поеду, съезжу за 15 километров в город Новая Каховка. Есть от Каховки. 15 километров есть город Новая Каховка, там большой супермаркет, может мне там цвет подберут такой, как я хочу. Вот так, все, пусть сохнет. И сегодня надо еще полезть, все болты на крыше проверить, потому что если потечет, хотя, когда я задул пеной вот те вот отверстия, еще был дождь, и здесь уже ничего не текло у меня, здесь оно высохло уже. Я вечером приехал, оно уже полусухое, а сегодня утром пришел, оно вообще сухое. Так что нормально, победили, короче, наверное, крышу. Хотя ливень пойдет погас. Все, сохнет. Красота. Стенку не белил вот эту, потому что здесь будет стол, щит, ее все видно не будет. О, уголки уже начали подсыхать. Все, поехал искать краску. Увидимся. Значит, купил я краски. А вот такая краска. Микс фарбальдостинта и эмали. Короче, моется там все дела. Все дела. Кстати, у меня в гараже 30 чем-то квадратов получается. Тут написано 35. Ну, надеюсь, хватит. Сколько тут? 7,5 литров? Или 5 литров тут? А, тут 5 литров, 7,5 кило. Купил 5 колеров. Какого цвета, не покажу. Потом увидите. А сейчас еще есть время, значит, сейчас берем пистолет, ножик, для того, чтобы отделять резиночки. Заклепки. Макушки не берем, сигареты ничего не берем. И лезем на крышу. Берем ключик на 8. Проверим все болты, которые есть. И позаклепываем несколько отверстий, которые как раз находятся вот здесь, где вчера протекло, и вот там. Сейчас все их залепим. Мастика показания, а потом я сверху еще и мастикой замажу. Чтоб вообще на века. Итак, на крыше. Весело тут. Видите, какие гаражи? Тут и больших гаражей нет. Все мелкие. Пена засохла отлично. Она приклеила вот этот ободок, который боялся. Теперь надо будет просто взять лишние срезы, чтобы вода не собиралась. Ну, чтобы вода тут не стояла. И по сути все. Потом мастикой пройтись, ничего ей не будет. Не будет ультрафиолета, выживет пена. Нашел еще один болт. Ну что, попробуем, как я планирую. Срезал я резиночку с него. Резиночку на заклепочку. Ну, диаметр почти подошел, только надо было заклепки чуть больше брать. Сейчас еще, если не выжму, пойду за другими заклепками. Сейчас попробую заклепать. Отлично получилось. Вон, туго. Только надо потом будет брать
посылать пультики. Потому что если я пультик сейчас выжму, я ее вырву. Все, а потом мы мастикой ее замажем, и что будет, то и будет. Сейчас все буду проходить так. Все искать. Почти пачку заклепок ушатал. 8 штук осталось. Кое-где добавил новые саморезы, потому что не было. Мне оно не нравилось. Ну и всю крышу переклепал. Все класс. Теперь отверстий нету. Это не отверстия, это были дырки. Теперь вода, по идее, не должна затекти. И стыки склеились от пены. Отлично склеились. Мастика, если обработать, то ничего ей не будет. Хотя под шифером ей так ничего не будет. Все, смотрите, как красиво. Уголки почти высохли. Здесь еще ничего не высохло. Стенка мокрая. Потому что я добелил, закрыл гараж и уехал. Здесь воротина была открытая, она сохла очень быстро. Да. Ай, какой запах в гараже свежести. А, класс. Завтра я не знаю, что буду делать. Может, стены надо подглядывать. Ну, хотя я их почухал. Они ровненькие. Я имею в виду камнем. Позбивал все острички. Не знаю, надо грунтовать, не надо, блин. А ну, подскажите мне, надо грунтовать, не надо? Или так красить и не париться? Потому что я никогда не красил эмульсионкой. Я не могу ей красить. Один раз пульвера красил, ну ее в баню. В общем, не знаю, надо красить, грунтовать не надо. Или так развести ее 1:10 с водой и красить. Ай, посмотрим, не знаю. Я думаю, вы подскажете. И все. Я еще не знаю, малярный скотч будет ли держаться или кисточкой придется подводить. Тоже еще надо проверить, кстати, купить. Только не тот строительный, а нормальный автомобильный скотч. До завтра оно все высохнет. И завтра будем готовить покраски. Покрасить тоже не знаю. Может успею, может не успею. Навряд ли успею. Все, всем большое спасибо. Поехал я по делам. До свидания. Красота. Вырисовывается неземная.